Вот, ребята, посмотрите, сколько шариков Орбис я заказал. Ребята, все мое добро из Орбиса уже выросло. Давайте я еще проверю одну гипотезу. Хочу посмотреть, как будут вести себя большие шарики Орбис. А перед просмотром этого ролика представляем вашему вниманию канал Life Winner. На этом канале вы увидите много интересных, познавательных, а главное полезных лайфхаков на все случаи жизни. Парень делает реально хорошее видео и на собственном примере показывает, как тот или иной лайфхак работает. Кстати, видео выходит очень часто, так что заходи, подписывайся. Ссылочка, как всегда, на экране в описании. Всем привет, с вами Тимон, и вы на канале веселых распаковок товаров из Китая, где кроме крутых посылок, у меня еще и в каждом видео конкурс для моих подписчиков, все условия в конце видео. И, ребята, на столе лежит посылка, которую я очень долго ждал, так как шла она ко мне больше месяца, и внутри ее огромная куча орбизов для моих экспериментов. Погнали распаковывать! Вот, ребята, посмотрите, сколько шариков Орбис я заказал. Офигеть, их тут не просто много, а очень много. Ближайшие недели две будут очень интересные у меня на канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить эксперименты. Вот этот пакетище, это самые мелкие Орбисы, их тут где-то 10 тысяч. Эти прозрачные, среднего размера, в двух пакетиках, тут где-то около 5000. Плюс я заказал гигантские Орбисы, самые большие в мире. Посмотрите, вот примерно на этот шарик. А вот для сравнения, это обычные шарики Орбис. Их тут у меня много, прозрачные, вон цветные. Почему-то они все разного размера, не знаю. Также я заказал перламутровый Орбис. Такого вы еще точно не видели ни у кого. Он должен быть просто офигенный, когда вырастет, и очень красивый, я надеюсь, завораживает. Еще тут у меня разные животные Орбис, там фигурки всякие. Дельфинчик. О, смотрите, медуза какая прикольная. Клевер вот. Ага, вот морские звездочки. Это что, ракушки? Они почему-то, кстати, мягкие и немного макроваты. Я вот щупаю все эти большие Орбисы, как будто их уже выращивали. Но, как мне объяснили, это так и должно быть. Они еще вырастут десятки раз больше. Так, вот моя мисочка с водой. Давайте все выращивать. Кидаем в нее все. Ребята, все мое добро из Орбиса уже выросло. Давайте смотреть, что получилось. Так, дельфинчик. Ну почему он развалился? Когда я брал его в воде, он был такой крепенький. Может, его можно склеить? Не? А давайте второго достанем. А, блин! Он развалился опять! Я рукожоп? Пс, спасите нас! Нам не выжить в его руках! Ты глупый или что-то? Так, это цветы, а, блин, они распадаются, очень они нежные, очень-очень такие. Так, еще тут вырос клевер, где-то рядом бродит лепрекон, кстати, прикольный и не разваливается. Это морская звезда, или просто звезда, неважно. Ракушки прикольные такие морские. Офигеть, вы посмотрите на это чудище-юдище, это осьминог-мутант Орбис. Кстати, для примера, какие звездочки были и какие они выросли, когда я поместил их в воду. Давайте разрежем нашу звездочку. Ну, прям как тортик режется, так мягенько, как по маслу. Этот кусочек подписчикам, этот мне. Хитрым резать или нет? А, облезут. Давайте я их кусочек лучше сплющу. Так, наши шарики, достанем один. О, оранжевый, что-то он не очень-то и большой. О, а вот перламутровый, внутри него как будто блески насыпали. Красивый чертяка, мне нравится. Очень завораживает и так переливается. Кстати, перламутровый гораздо более упругий, чем обычный. Обычного цвета, знаете, он такой более мягкий. Давайте я еще прозрачный достану для сравнения. О, смотрите, сквозь него можно смотреть как в бинокль, только он отдаляет, а не приближает. Смотрите, насколько они выросли, какими были и какими стали. Этот белый с блесками и золотой. Ах, красавчик! Может, ломбард сдать? Еще такие два прикольных. Давайте их покидаю с высоты немножко. Посмотрим, насколько они упругие. Давайте
Давайте я их все в ряд, что ли, выложу. Смотрите, как прозрачно меняет цвет, прикольно. Давайте я еще проверю одну гипотезу. Все вы, наверное, видели, как на ютубе жарят на сковороде эти шарики Орбис. Давайте сначала я попробую, как пищат и прыгают обычные шарики Орбис. Теперь я хочу посмотреть, как будут вести себя большие шарики Орбис. Также пару шариков Орбис я заморозил. Посмотрите, какие они классные получились. Их немного расплющило. Давайте их попробуем разрезать и посмотреть, что внутри. Ребята, мне очень понравилась эта посылка, эксперименты, очень прикольно прыгали шарики на сковороде. Еще мне понравились перламутровые шарики, у меня теперь много Орбисов, их даже дофигища, и впереди будут крутые видосики, так что подписывайтесь. А, еще, ребята, я знаю, как этот Орбис увеличить еще в раз 10, может даже и больше. Если это видео наберет 20 тысяч лайков, я покажу, как из такого Орбиса можно сделать не такой, а вот с кулак, наверное, может даже и больше. Также, как всегда, я принимаю заказы на эксперименты. Пишите в комментарии, что мне с ними сделать, с моей кучей Орбисов. Ссылка, где я покупал эти Орбисы, будет в описании под видео. И не забываем про конкурс, где я разыграю один CSGO или премиум аккаунта Майнкрафта с полным доступом для моих подписчиков. Все условия в описании и в моей группе. Подписываемся на канал, если хотите увидеть еще такие эксперименты, и не только. Ставим лайки, это меня мотивирует. Рассказывайте обо мне друзьям и всем удачи, пока-пока.